Посетителей ДК Подмосковья художественными экспозициями не удивить, но подобная выставка проходит впервые. Можно не только полюбоваться полотнами, но и забрать с собой в качестве подарка. Новогодняя благотворительная акция «Дари добро» проводится по инициативе Красногорской национально-культурной автономии азербайджанцев. Решили картины дарить хосписам, больницам, детским домам, дома инвалидов и дома для престарелых. Я думаю, что на будущем мы эту акцию много раз будем повторять, вне зависимости от погоды, от времени года, от месяца и вне зависимости от праздников. Будем продолжать эту акцию постоянно. Участниками акции стали 10 столичных художников. Вдвое больше произведений они передали в дар. Какие украсят стены, представители социальных и не только организаций выбрали сами. Одни забронировали полотна онлайн, другие сами пришли во Дворец культуры. Поскольку тематика праздничная и большая часть картин отправится в детские учреждения, авторы попытались сделать их максимально красочными и радостными. Я постарался взять небольшие работы, 50 на 50 сантиметров, 50 на 40 сантиметров, камерные. Одна из них на таком толстом подрамнике, которая великолепно всегда смотрится на стене, очень празднично. Работы солнечные, работы энергетически заряженные, они очень положительные. Картины эти мы выбрали с учетом того, что они несут очень такой позитив. То есть картины положительные, лучезарные, можно сказать. В первой поликлинике выбрали кота. Очень такой интересный кот. Я думаю, что нашим детям, нашим посетителям поликлиники очень понравится. Еще два сочных цветочных полотна украсят подразделения 2-й Красногорской больницы, поликлиники в Путилково и Павшинской пойме. А этот роскошный пейзаж будет радовать воспитанников социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних. Несколько картин стали подарками местному обществу инвалидов, общественной палате и отделению партии «Единая Россия».